Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я представляю ваше внимание самый простой и эффективный способ, как избавиться от муравьев. И самое главное, молниеносно уничтожает муравьев. Что для этого нужно? Для этого нужно уксус 9%, 100 мл уксуса на 9-10 литров воды. Вот такой распылитель у меня 9-литровый. И начинаем обрабатывать нашу территорию. Мы их уничтожим мгновенно. Можно вместо уксуса использовать нашатырный спирт. Нашатырный спирт идет от 50, можно до 70 мл нашатырного спирта. Эффект будет одинаковый. Уничтожить что уксус, что нашатырный спирт мгновенно муравьев. Я уже как бы показывал, у меня есть видео, вернее, на моем канале «Борьба с муравьями». Ну, там способ у меня борная кислота в перемешку с сахаром. Я делал такой сироп. Это в квартире, в доме, когда муравьи у вас завелись, как бы в теплице, в комнатных растениях. А этот способ более такой эффективный. Уксус и нашатырный спирт под открытым просто небом. В доме так, вернее, в доме растения не обработаете, потому что запах будет, конечно, специфический от нашатырного спирта. Поэтому лучший способ, чем уксус и нашатырный спирт, я просто не знаю. Избавление от муравьев. Если вы знаете, то напишите под моим видео, в комментариях, какие вы способы знаете, лучшие способы от муравьев. В общем, пишите комментарии, ставим лайки, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.